Приветствую вас, поскольку эксперты уже успели вам дать ответ такой, достаточно прямой на ваш вопрос, я хотел бы ответить вам немножко по-другому. У вас, посмотрите, есть талант, есть способность, есть склонность, да? Выслушивать других людей. Вы можете совершенно спокойно принимать чужие проблемы. И совершенно спокойно, по крайней мере, с радостью, без негатива, эти проблемы как-то решать, выслушивать, да, то есть вы сами говорите о том, что как раз-таки берете на себя роль психолога. И с одной стороны, что вы делаете? Вы довольно эгоистично относитесь к людям. То есть у вас есть потребность в эмоциональной близости, и вы эту потребность удовлетворяете вот так, через выслушивание человеческих проблем. Именно с позиции удовлетворения вашей потребности в эмоциональной близости это не совсем правильно, потому что это не эмоциональная близость как таковая. Это скорее потребность людей в вас. Но это не эмоциональная близость. То, что вы чувствуете себя нужным, да, это безусловно так, но это лишь мнимая эмоциональная близость. То есть на какой-то момент. Пока человек, например, нуждается в вас, вы чувствуете эмоциональную близость. Как только человек у вас не нуждается, то вы тут же этого уже можете совершенно не ощущать. И именно из-за такого вот, из-за такой дифференциации, есть вероятность, большая вероятность, что вы все время будете испытывать потребность в этой эмоциональной близости, а другие ее формы, более равные, более равноправные, более независимые, более естественные, вы использовать не будете. А ведь именно это и есть та самая настоящая эмоциональная близость. По крайней мере, ту, которую вы хотели бы для себя. Вот это нужно понимать. То есть понимать, что то, что вы делаете, хорошо, но для эмоциональной близости нужно все-таки нечто большее. Дальше. По поводу того, что вы помогаете и как это, влияет, да, как это вот сказывается на людях. Еще раз повторю, вы можете выступать для этих людей как житейский психолог. То есть вы говорите, что вот мой опыт, я думаю, мне кажется, или мое мнение. То есть не нужно выступать с каким-то авторитетом, да, не нужно говорить, что вот вы это то, что вот ваши слова это прям то правильное, что должно быть. Либо вы говорите и позиционируете свое мнение как просто вот ваше мнение, как совет, как, высказывание, но при этом вы не претендуете ни на профессиональную роль, ни на роль истины в последней инстанции, вы просто объясняете человеку, что это вот ваше мнение. Раз он вам это рассказал, вы даете ему какую-то обратную связь и не более того. Либо вы можете, вот если вы имеете уже высшее образование, и вы имеете такой талант, на мой взгляд, очень хороший талант, вы можете совершенно спокойно получить, например, второе образование, просто пройти курсы психологические, чтобы получить формальное разрешение на то, чтобы консультировать людей психологически и получить знания для того, чтобы делать это менее интуитивно и более профессионально. Если вы именно хотите помогать людям, то это для вас будет хороший способ, это будет для вас неплохое хобби, а может быть это хобби и будет приносить вам определенный доход.
То есть здесь именно такая ситуация. Вы хотите людям помогать, то лучше все-таки пройти хотя бы курсы какие-то, чтобы делать это профессионально и не иметь риска навредить этим людям. Это будет уважительно и справедливо для них, и уважительно и справедливо для вас. Потому что ну, вы же свое время тратите на них, правильно, вы же пытаетесь им помочь. И не думаю, что вы будете счастливы от того, что вот вы старались, а это нанесет какой-то вред. Так что я рекомендую вам здесь получить хотя бы базовое психологическое образование, благо получить его можно дистанционно, и там времени особо много это не займет. То есть там, если вот вы именно второй, то специализированный, да, без каких-то общих курсов, и там не особо много предметов, и вам не особо много придется тратить на это время, но как результат вы получите профессиональные знания, которые помогут вам более профессионально, более четко оказывать помощь людям, то есть делать то, что вы уже делаете. Как я уже сказал, это очень хороший вариант, и это полностью исключило бы риск того, что вы нанесете вред. Итак, как бы подводя итог, можно сделать вывод, что вам необходимо двигаться в двух направлениях. Первое направление – это эмоциональная близость. Потребность в эмоциональной близости – очень хорошая потребность, но реализуете вы ее не совсем правильно, потому что вы реализуете ее через помощь людям. Это иллюзия эмоциональной близости, но ни в коем случае не она сама. Потому что человек, с которым вы вступили в отношения спаситель и спасаемый, никогда не будет смотреть на вас как на равного себе, он будет смотреть на вас либо как на человека выше себя, либо как на того, кому он завидует. И эмоциональной близости в долгосрочной перспективе у вас с ним не будет. Для этого необходимо искать человека независимого, человека свободного воли, для того, чтобы именно с ним уже строить эмоциональную близость. И если у вас с этим есть проблемы, то в этом вам можно помочь. Если вы хотите людям помогать, то, я думаю, можно получить психологическое образование и делать это на более профессиональной основе, для того, чтобы не нанести человеку вред. Таково мое мнение, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.